Спасение утопающего – дело рук юных героев. Подростки Андрей и Антон из Льговского района вытащили ребенка из воды. Удивительно, но помимо школьников на берегу находились и взрослые, которые, увы, проигнорировали крики о помощи. Такое равнодушие могло обернуться трагедией. Андрей и Антон приехали в райцентр на соревнования по волейболу. Теперь, помимо спортивной победы на их счету, спасенная жизнь. Они и не думали, что проснутся героями. Возвращаясь после игры по мосту через Сейм, парни увидели группу 6-летних детей. Подошли ближе. Оказалось, что один из малышей тонул, а двое пытались его спасти. Я доплыл до этого мальчика и держал его на воде, пока мой друг Антон разделся и прыгнул за мною. Мы с ним вытянули этого мальчика на этот же мостик. Он очень сильно дрожал, он очень сильно испугался. Ой. У меня было ощущение, что если бы нас не было, с ним бы что-то случилось. В школе о ребятах отзываются положительно. Такой поступок вполне ожидаем, уверяют педагоги. Ребята очень трудолюбивые, такие уравновешенные. Никогда никого не оставят без внимания. Если нужна какая-то помощь, они впереди. Юные герои могли бы остаться безымянными. К счастью, местная учительница стала свидетелем счастливого случая и передала всю информацию в администрацию. Андрей и Антон получили грамоты и призы. Скоро их представят к награде за спасение утопающих. Алина Пустоселова при поддержке в пресс-службе Главного управления МЧС России по Курской области.